Ахтунг, данное видео не является истиной в последней инстанции и было сделано лишь для развлечения. Показанные в этом видео ситуации являются лишь одними из тысяч других, а сборки обусловлены лишь личными предпочтениями игроков. Всем привет, это Dota Duels, и сегодня наш второй выпуск, в котором будут сражаться все те же Кирито в роли Шторм Спирита и Hive Mind в роли Queen of Pain. Правила вы можете посмотреть в описании, а также кликнув по кнопке, дабы послушать о них в пилотном выпуске. Итак, посмотрим закупы наших участников. Как вы видите, закуп у них практически одинаковый. У обоих куплен ПТ и Арчит, для того, чтобы не дать сопернику использовать заклинания, сильные стороны обоих героев. Однако, Шторм Спирит предпочел урону выживаемость и выбрал Линкин Сферу. Квапой же, наоборот, был выбран упор на количество урона и скорость атаки. Посмотрим, что из этого выйдет. Итак, первый раунд. Квапа выбегает под Мжолниром, влетает Шторм Спирит, они начинают драться, Квапа получает Арчит, притягивается, получает огромное количество урона за притяжку и легко умирает от рук Шторм Спирита. Итак, время второго раунда. Шторм Спирит врывается на ульте, Квапа блинкается, получает Арчит, они начинают бить друг друга, притяжка от Шторм Спирита, огромнейшее количество урона, и Квапа умирает так же быстро, как и в первый раз. Ну что же, в первой части, выиграв два раунда подряд, Шторм одерживает безоговорочную победу. Наши участники изменили закуп перед второй частью дуэли. Посмотрим, что получилось. Теперь уже Квапой был сделан выбор в пользу выживаемости. Именно этого не хватило в первой части. Но, как говорится, скорость атаки лишней не бывает. А вот Шторм Спирит решил добавить урона и контроля за счет Хекса и Мома, но и про защиту от магии не забыл. Первый раунд второй части. Шторм Спирит врывается на ульте, линки сбиты, арчиды даны, начинается драка. У Квапы проходит множество молний в мом Шторм Спирита, и он умирает. Итак, второй раунд. Оба игрока врываются, начинают драку, линки сбиты, арчиды даны. У Шторм Спирита включен мом, он дает хекс в Квапу, Квапа ничего не может сделать, убегает. И в последний момент она таки успевает дать ульту! Итак, на этот раз уже Квапа безоговорочно побеждает в двух раундах подряд. Все же данный герой оказывается сильнее в более глубоком лейте. Наверное, стоит считать эту дуэль ничейной? Да вы издеваетесь, чтобы мы да не решили, кто круче. Мы сыграем еще одну часть, Best of 3, но теперь с еще 5000 золота. Взглянем на очередное изменение закупов. Шторм решил, что риск – дело благородное, да и мобильности ему вполне хватает за счет ульты, поэтому он продал сапог и худ, а вместо них приобрел БКБ и Блейдмейл. Пусть Квапа убивает себя сама. А вот Квапе особо думать не перестало. Продаем Гиперстоун и вместо него собираем Скади. МОР ХП! Третья часть, первый раунд. Игроки врываются. Крайне неудачный ульт в БКБ от Квапы, линки сбиты, арчидов ни на ком нет. У Шторма остается достаточно мало хп, он хексует Квапу, пытается нанести как можно больше урона, но Квапа добивает его скримом. Наконец-то ей удалось использовать больше одного скилла за дуэль. Второй раунд, ночью. Шторм Спирит врывается на своей ульте, начинает атаковать Квапу, его линка сбита, он включил возвращалку урона и БКБ. У Квапы остается всего половина хп, ее линка сбита, она отблинкивается. Шторм Спирит притягивает ее к себе, хексует, наносит кучу урона. Она еле успевает отблинкнуться, включает Мжолнир и добивает Шторм ее своей ультой. Третий раунд. Квапа убегает, Шторм Спирит летит за ней, начинает атаковать ее, включает Мом, БКБ, наносит достаточно много урона. Квапа бегает от него, пытается переждать БКБ, подходит близко, ее линка сбита, арчит на обоих, хекс на Квапе, они дерутся, у обоих мало хп, и несколько удачных молний решают игру. Pain is the best teacher. Ну, наконец, хоть какая-то интрига. В последнем раунде Шторму не хватило буквально 1-2 ударов, дабы победить, но все же не удалось. Он потом еще пытался отговориться, что-то типа «я был пьян», но на самом деле он выпил всего бутылку пива, так что не верьте ему. Я победил абсолютно честно. Поздравляем меня с моей первой и, надеюсь, не последней победой в Dota Duels. Подписывайтесь, ставьте лайк и помните, что Dota — это командная игра, а то, чем мы здесь занимаемся, просто абсурд.